Здравствуйте! Вы открыли новый бизнес, новую компанию, новый ИП, либо ТО. Либо просто у вашей компании нет в карте. И хотите добавить. Например, нажимаете в своем адресе. Вот, добавить дорожно. Извините. Нет. Сюда идем. Я думал, что добавить организацию есть. И здесь добавить организацию. Пишите название. Пишите сферу деятельности. Ну, например, компьютерные услуги. Либо здоровье, салон красоты. Обязательно телефон, номер. Пишите адрес, да. Не просто город, а пишите ровный адрес. Если есть социальная сеть, либо сайт, тоже Инстаграм, пишите сюда ссылку, вставляйте. Дополнительно пишите комментарии, что, ну, там, когда открыли, либо почему нету, когда вопрос можно задать. И обязательно приложите визитку, либо, ну, приложите фото визитки и с контактом организации. Да. И все. Потом ТУГИС проверит, и вам придет оповещение, уведомление. В описании под видео есть видеоуроки про ТУГИС. Посмотрите.